О. О, какой у меня красивый фотоаппарат. Не зря я его купил все-таки. Так. Возьму фотоаппарат, наверное. Буду сегодня фоточки какие-нибудь делать. Полароид. Классный фотоаппарат. Так. Видео. Но пока что слишком темно, чтобы снимать видео. Так, что там на улице? Денек уже наступает. Так. Ой, моя сакура красивая. Компьютер мой. Так. Все. Сейчас пойду на кухню. О, привет. О, с добрым утром. Да, привет, братик. Ты там с армией недавно пришел, да? Да, сегодня ночью, впрочем. Так, надо было с тобой бы поговорить. Как там с армией-то пришел, да? Это пипец, я тебе объясню так. А я уже знаешь, был мне в первый день мы... Слушай, тебе сейчас 17 лет, и в следующем году у тебя армия просто. Я уже был. Чё? В 16, понимаешь, в 16. Ну ты кадетом был всего лишь, ну, но не армейцем. Ну ладно, давай. Знаешь, в чем разница? Попробуй пробеги, блин, 6 километров. Без остановок. Понимаю. Так, ладно. Нам надо пойти посмотреть, что в магазине. Ой. Там. Ну, пошли. Погнали. Если там вообще что-то в магазине. Сейчас, погоди, я гараж закрою. Так. Тук-тук, тук-тук. Странно. А тут нет никого. Ну, ладно. Странно. В сундуках. Ничего нет? Ничего, братан. Может, на складе все? Ну ладно, не будем уже лезть. Ладно. Ну, у меня есть 4 штуки. Дашь? Да. Ну, давай 2 разделим. Нет, давай дома, а то... Ладно, давай. Что-то не хочется тут передавать. Ох, как... Бункер, интересно, когда нам вообще пригодится этот. Да я не знаю, но на всякий случай перестраховаться надо. Давай, заходи. Так, у тебя тут сахара. Так, вот, держи, на стол тебе сейчас положу. Ой, сейчас, погоди. Оп. Раз-раз, все, держи, забирай. Блин, свет. Ой. Забыл провести. Давай мне. Вон они там лежат. Так, все. Так. Может, в Nintendo поиграем? Да не, слушай, не надо. Пошли лучше на улицу там сфоткаемся. Раз ты уже пришел, фотка с армией. Фотка с армией. Да. Давай на вот типа с мегаполиса. Давай, вот нет, стой, погоди, погоди. Сейчас, секунду, подожди. Я кое-что вынесу для... Ох, какие красивые облака. Все, давай. Ох. О, хоть привет. Да. Давай сюда поставь. Давай вот сюда прям. Ну давай посередине. А, стой, у меня ж камера есть. Ну и что, давай лучше поставим. Опа. Давай вот сюда, селфи, давай. Давай. О, давай. Да, класс. Давай фоткаемся. Сыр. Что? А что, я верно сирена? Камера, давай камера. Быстрее, закрой камеру. Быстрее. Хотя мне кажется, она нам не пригодится, давай. Да. Быстрее! Закрутить надо. Блин, я от волнения сейчас в обморок упаду. Я сейчас отключу. Где я? О, очнулся. Привет. Вставай. Поздравляю. Ну вот наш бункер. Так, да. Иди помойся, я уже помылся. Угу. Да, 10 тысяч оправдывают себя. Так. Вроде бы радиация сюда не попала. Конечно, как она сюда попадет? Надо смотри... послушать, что там говорят. Так. Да нет, я ищу тут уже сигнал, как 2 да часа. Нет, ничего не говорят, походу. Я знаю, я тут 2 часа уже сигнал ищу. Мне кажется, пока что еще никто не был готов к этому. Да, конечно. Кроме нас, конечно же. Так, ладно, я пойду посмотрю, что там у нас в подвале.
Я когда вернулся с войны... У нас тут пистолет лежит. Чё за... Глок? Кого? Глок, да? Глок 18С. Ага. И три обоймы. А он разряжен чуть-чуть. Так, нормально. У меня было... Я помню, у меня было 6 обоим лункера. У меня был такой клад, можно сказать, маленький. И там Глок 21 был. Давай ты сходишь, конечно. Потому что я не хочу заразиться радиацией. Сейчас. Я надышусь тут последним воздухом. Ну, с Богом. Все, давай. Одну закрывай теперь ее, да? Чтобы радиация не попала. Все, давай. Чтобы оно было главное. Уф, капец. Так, что-то. О. Ты тут? Слушай, нет. Тебе это не поможет. Радиация, она проходит. Да я знаю, блин, это невозможно. Ты выходишь, тебя сразу начинают руки облучать. Это невозможно его достать. Да, помойся. Кого-то надо экономить, у нас тут хранилище воды, но оно небольшое. Я знаю, и генератор тоже. Ну да, у нас генератора хватает только на ноутбук, батарею там. Думаю, давай тогда завтра идем. Так, по планшету, может, что, нет? Ладно, давай тогда поспим. Давай, спокойной ночи. Да, давай, спокойной ночи. Спокойной.